Мама, я поел. Всем привет, меня зовут Артур, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим очередной коктейльчик. Заранее хочу сказать, что это видео предназначено только для тех людей, кому есть 18 лет. Мы против алкоголя, никому не рекомендуем, и чрезмерное его употребление это плохо скажется на вашем здоровье. Поэтому, если вам нет 18 лет, выключили видео и пиздуйте в свою комнату, либо на улицу играть с друзьями. Остальные же ребята, кто любители выпить и кому надоело пить просто обычное, там какой-нибудь виски с колой и прочее, добро пожаловать на это видео, присаживайтесь поудобнее, сейчас будем с вами готовить один очень интересный коктейль с пивком. На самом деле, я к этому коктейлю пришел как? Я раньше сам думал, что пиво мешать с чем-то, это прям дичь, для меня даже типа тот же самый Йорш казался каким-то, что-то из мира того, что, ну, выпил и упал. Вот. Но сегодня я дошел до этого коктейля, искал его, короче, по интернетам. Не знаю, откуда история этого коктейля, но он называется Redneck Mother. Я посмотрю на тебя, блядь, думаю, блядь, ёбаный урод. Вообще, под этот коктейль в идеале брать по типу Брамы, Короны Экстра, вот максимально невыраженное пиво. Я просто почему нашел Эстреллу, спасибо нашему фикс-прайсу, да, за все вот эти там джиггеры и прочее, 55 рублей, но... Во времена, когда я жил с родителями, у них были деньги, меня отправляли в Испанию. Там я пробовал это пивко. Оно лайтовенькое, оно прям такое летнее, хорошее. Оно мне почему-то запомнилось, что мы его брали на пляже. Этот коктейль очень, в принципе, зависит от пива, потому что пиво здесь как таковая база. Да, это база, основа, так сказать. В плане грейпфрута. Попробуем сегодня сделать, да, но его все равно через ситечко надо будет налить, потому что в соке есть мякоть, и мякоть так себе оседает на этом, на стакане. Вообще, в идеале я делал с грейпфруктом, вообще брать сюда красный грейпфрукт, но, в принципе, можно и обычный. И я его выжимал и отцеживал. С обычным я делал, в принципе. Я не думаю, что сильно будет отличаться с этим, потому что здесь в балансе того, что вот это дает слотимость, и коктейль становится таким прям менее-менее алкогольным. Джин у нас Green Baboon. Сегодня с ним попробуем сделать. Может, от джина, кстати, тоже зависит. Делал с разными джинами. В принципе, разницы не увидел, но сегодня ради этого всего мы здесь собрались. Экспериментируем, проверяем, бухаем. Получается, на камеру какое-то оправдание себе было в этом найдено. О! Звучит как тост. Мы заливаем сюда тридцаточку грейпфрутового сока. Грейпфрутовый. Так, через эту всю хрень у нас получается заранее, что мы, пиво у нас холодное, эвервес у нас холодный, джинджер эль, грубо говоря, имбирный эль, это не пиво, имбирный эль, вообще, по-моему, даже джинджер бир не считается как-то алкогольным, по-моему, раньше, возможно, да, сейчас уже нет. Так, далее у нас идет 30 миллилитров джина. Так, доливаем. Напомню, да, джиггер у меня 30-15, получается, идет верхушка. Вообще, можете хуй забить на все вот эти пропорции. И вот, ну, хочешь тебе покрепче, бахни покрепче. Так, и пополам получается светлое и имбирное пиво. Все. Ну, чуть-чуть засираем, да, а что поделать? Получается, у нас даже вот из банки 0,3... Можно сбацать два коктейля, получается. И все, и доливаем это до верха имбирным элем. Варьируйте пропорции, кому насколько нравится, где-то что-то покрепче. Всякие вот эти, может, кому нотки нужны поприятнее, чтобы были в этом. В плане того, что если вам настопиздило пить обычное пиво, варик охуевший. Вот, за вас. Оно, в принципе, начинает выглядеть, вот вы увидите в камеру, как неф. Как нефильтрованное пивко. И, в принципе, по запаху оно не сильно лютое, но 3-4 таких коктейля, и вам будет хорошо. Бля, охуенно. Охуенно. Лимонад. В принципе, можно, наверное, сюда имбирь как-нибудь может накрошить, украсить. В общем, вот такой незамысловатый коктейльчик. Легкий рецепт. Пейте на здоровье, но пейте в меру. И, ну, в принципе, как мы все и говорим... Мы против алкоголя. Вот, с вами был Артур, это был канал «Мама, я поел», но тут получается, что «Мама, я попил». Такие дела. Все, спасибо за просмотр. С вас лайки, с меня видосы, там все в рецептике, делимся в комментах, типа, увидимся в следующем видео, всех обнял. Пока-пока.